И на козлов. Я хочу на козлов сначала. Да? Да. Да. И на павлинов. Нет, хочу на павлинов. А я видела павлина без хвоста. Он на подрубе ходил. Да. Да? Да. Ничего страшного. Ждали, ждали, Никитаги Мальчик вперед. Сказали, как бы. Да ты, взрослые тоже могут сесть на траву. Не, я не буду. А, ты же залазить, что-то сделать. Можно вас попросить? Дали гнать. Можно да, да. Ты что, управляешь? Да. Ты на телефон посмотри. На меня. Ну, здравствуй, здравствуй. Можно, да? Пойдешь? Я понимаю. Кирилл, иди заходи. Нет. Давай. Да. Можно мне? Можно сейчас, видишь, по очереди, не спеши. Сейчас все буду садиться, да, и в процессе тоже. Ребенок, на меня смотри, Денька. А у вас они детей тоже высиживают? Нет, мы, яйца они не высиживают, и мы не инкубируем. 11 лет назад здесь было более 100 страусов. 11 лет назад? Да. А когда вообще открылась ферма? 11 лет назад. Чисто страусиная ферма была. Сейчас у нас уже больше как зоопарк. Как у нас появились. Так. А? Жить так. Разгоняется страус до 70 км в час. Не вставай. Щипают. Зубов у страуса нет. Можно попросить? Давай. Конечно. Где там? А я там залез. Ну, кто еще у нас? Кто у нас смелый? Можно я? Ага, вот все сразу стали смелые, да? Можно я? Можно я? Сейчас всех по одному будем. Можно я? Да я можно сесть, как бы мне это самое, не будет ему больно там. Мальчик, отойди, пожалуйста. Самки 140 килограмм веса. Рядышком можешь стоять. Сейчас присядешь на нее. Что страус не такой? Она что, скушать как будто хочет? Ну, поиск рефлекс. Все, она постоянно. Дашенька. Дай ей, дай как мне спрашиваешь. Не надо, наверное, его кормить. Сейчас вы пофотографируетесь, потом начнете их кормить. Да, не надо его. Ищет еду. Ну, страусы так же, как и курицы, едят камни мелкие. У страуса три желудка, один из них для камней. Они кусаются вообще как бы? Да? Нет, они щипаются. Щипаются. Камни им нужны для перетирания. Смотри, щипает. Как щипанет тебя. Тебе понравилось. А как вообще сейчас в наше время опа, у страуса используется все это? Роговицу, глаза и ресницы пересаживают человеку. Жир самое концентрированное противоожоговое средство, мясо самое диетическое. Летом будем? Да. Да. С тебя начнем, наверное, да? Да, я. Давай. А сколько маме лет? 9 месяцев, она еще совсем малюсенькая. 9 месяцев. В порядке очень. Спряталась, да. Давай. Подойду, возьму. Спасибо. Да. Я сейчас попробую.